Любишь дотку и хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Также ты можешь получить персональную тренировку, либо купить себе новый аккаунт. anylevel.com. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня играем в пати с Томми Хардом. Играем мы сегодня на Алхимике. И это калибровочка, пати-калибровочка. Приятного просмотра. Оставь, пожалуйста, руну. Спасибо. У него ж монетка, ребят. Нам. 30 секунд до начала сражения. Ну, слушай. А мне кажется, у нас есть вариант отжать их руну. Потом ты еще и степаешься на мид. Ну, это будет круто, на самом деле. Это будет очень круто. Если алхимик заберет верную, то мы точно выиграли, ребята. У него монеточка. Оставьте мне две руны, ребят. Это буст будет очень сильный. Оставь эту руну тоже ему. Начинается. Спасибо большое. 250! Лол, 250! Очень жестко. Ой, тпшься просто. Как раз как телепорт откатился. Да, жестко. Сейчас голый ты ботл не бери, кстати, в этой игре. Я еще. Да не, я солринг возьму. Солринг сразу, да. О, подшмит, найс. Получу свою долю. Мне пока делать, по сути, нечего, я с тобой постою. Почему солринга нету в рекомендованных? Что? Че за бред? Странно. Не знаю. Очень странно. Ну я не знаю, пока что просто постою, стакать начну. Боже, крипы еще не появляются. Бери солринг себе. А декура? А, ее забирают? Я на куру засмотрелся, черт. Что-то у Куджа хпшки мало. Чё на меня крипы не агрятся? Крипчики. Ну, не знаю. Призывай их. Он ко мне так и не доехал. А, всё. Зачем просто? Забрал. Так, нормально. Фармим. Я разочек стакнул. Это хорошо. Надо бы мне. Я, короче, у тебя второй сворую. Блин, у него и БФ нет в рекомендованных. Погоняю я подальше. Жесть. Надо будет отконнектировать сборку. Здесь светки. Попугаем тут чуть-чуть. Че, охренел? Мусор. Заруинил себе крипчика. Имел в виду обычная ветка. Ну, поставь веточку мне. Просто чтобы регену больше было. Все, блин, у меня нет второго левела. Печально. Надо стакать уже идти. А ты успеешь? Походу? Ты не успеваешь, походу. Ну, успеваем. Все под максимальным контролем. Да, это успел? Хорошо. Сейчас мы быстренько БФ себе вынесем. И будет нормально. Стрэнджа, нужно экспу подурачить. Все. Так, нормальненько, нормальненько. Пока что у нас очень буст хороший. У Сларка там, кстати, нифига себе, Сларк побитый, ТП на базу сделал. Тышка. Так все интересно получается в этой игре. Потеют. Вашу нижнюю башню атакуют. Потеют, ребята.
лидер сил света был убит. Прикольно, я застрею. А что, у нас курьера убили? Не, его пангольер слил. Специально, что ли? Угу. Зачем? Мне нравится его линия. Верно, просто не выйдет линию пошла. Интересно. Что тебе дать тангусов? У меня тангусы есть. Не-не. Они мне не нужны, у меня кольцо. Продаж. Мне топорик нужен. Так, ну еще раз побегу на базу за топориком. Где кура? Кура в таверне, братан. Как это, где кура? Она там, где и должна быть. Кстати, можешь потратить ману. МПКД выдавать. Да, у меня с маной вообще проблем нет. Так, ну чуть-чуть эншентов подстакал. Сложно за рейдиан стакать, за дайр проще гораздо стакать. Как ты это делаешь, Пуш? Он, по-моему, осознанно дал. Да? Не, регенчик. Так, а чё, можешь замереть? Не, я под регеном. Да, у меня тоже, в принципе, регены офигенно. Чё он тебе клацает? Типа ты ему не помогаешь? Наверное. Ждёт поддержки. Чел думает, если будет мне писать какие-то грубости, то я сразу же приду к нему. Чё за дебилизм? Попроси нормально. Так нет, типа, ну мы же сразу пикнули две иконки в мид. Ну им... да нет, все равно я помог бы даже, если бы, ну, я бы стакал бы тебе и параллельно ему помогал бы. Просто как бы, ну, ты видел, что ты будешь стоять один, зачем ты не пикнул сильного соло-лайнера? Непонятно. Ну, пангольера зато взял. Пангольер же хороший герой. Так, курьер пока так. Что... недоступен, да? Это плохо, потому что у меня скоро БФ. Да, он лестница сейчас. Золотой опыт! Свежее мясо. Да. Какой классный СС. Слушай, ну в принципе можно на самом деле этот подфармить что-нибудь спреем. Ты хочешь? Да можно, да. Фармить этот спот, это твой БФ. В принципе, да. Типа еще бомбосиков позабирать немножко. Да ладно, и так должно быть нормально, по идее. А в виде еще качать 4 хлеба, я их сейчас подержу. Лол, кризис, что за хрень? Лес больше не фарми. Могу ничего сделать. Там фурион, че он ряд? Все, БФ готов. Надо его только забрать сейчас. Вашу нижнюю башню атакуют. Окей, эти ваши сейчас мы поставим. Свежее мясо. Так, а что там по руне? Обей. Руны здесь нет, руна снизу. Ну уйдет. Все, БФ-ка готова. Погнали просто прямо. Вот сюда, вот туда, вот так. Давай до конца. Ого, нифига себе, он пугается. Бей просто по строению. Вашу нижнюю башню атакуют. Силы света. Так, давайте крипов сейчас запушим. Давай.
Опа. Пач на визе. Дунаев. Ну неужели я его не догоню? О-о-о. Блин. Ты сам умереть можешь, по сути? А могу. Заманил как бог. Ты что, поебакнулся? Вашу нижнюю башню атакуют. Нафига? Секунда промедления, мог все убить. Я же не знаю, чем там закончится. А, нет, нормально. Ничего не нужно. Ты же керируешь нашу игру. Так, а что, курьера отменили, да, у меня? Походу опять, да. Стакнешь здесь, я пока этих пооформлю. Чуть-чуть стаков есть. Давай. Я сейчас, может быть, попробую и здесь тоже стак замутить. А он тут, по-моему, больше не стакнется. Ну, попробуем. Давай. Я 55-й. По-моему, 54-55-й, вот сейчас. Жу. Ой, я что-то забыл. Кек. А я стак. О, у меня стакнулось. Я и тоже. Уже. Вашу центральную башню атакуют. Нормально, гамбим. Я, короче, не буду шарики максить, я не знаю, возьму оверчардж, чтобы ты вообще был машиной. Давай. Проходи. Ман не кончается у алхимика, это жестко. Вообще. Пойдем, после мида, после мида. Угу, так. Да, сейчас я его отпушу. Да, как раз. Го его убьем. Не-не-не, я стан не качал, стан тяжело будет. Там транквилы, если бы не были включены транквилы. Все, пойдем. Я как раз ульта откатывает. Да, погнали. Ты просто пока постой тут на 55-й, отойдем еще раз вниз. Угу. На 54-й. Или на 53-й даже, погнали. На 53-й, давай. Я стак. Бей. Курьер? Вниз, а, надо же было сюда отводить. Не-не-не, вниз лучше. Да? Ну ладно. Угу. Вниз лучше все отводится. Не скупайся, ранний уровень. Стоит один назад, стрифонись. Пусть зарутают, а по итогу просто умерли. Боже, сколько их там. Да. А тебя хп не кончается просто. Ну да, вообще пофигу. Твоим регеном. Тут вард стоит, вард. Вард тут. Господи, этот фурион. Еще крипа у меня походу забрал. Да. Алло, это мой крип. Лотар готов, но курьер летает где-то. Зажимай нос! Да. Алло, я крипа этого фармил, если ты не знал. Боже. Взял мне за стену. Отлично. Видишь, что он пишет? Да они... Это мне вообще кинул в эту. Стоит мудит постоянно, я его забыл. Я просил, наверное. Я на ТП хотел нажать этот момент. Конечно, что он агрессивный. Это как, знаешь, токсичный чел, который винит всех, что он слабо играет. И каждый раз он это будет писать, когда он в таверне. Абсолютно каждый. Вот Ар, рьюс мне опять. Опять же он. Вот да, он на пангольере, боже мой. Что, он такая 7 левел, а тебе 11? Нет. А, да? Ты меня побить хочешь? Там стрела. Стрела, крак. Блин, хреново. Блин, как же он выживает, а? Мирана вот нанула. Я сейчас смотрю, что тебя убить могут? Да не. Ульта есть уже. Вашу верхнюю башню атакуют. Эру 5-секундная под хил верно залетает. Было бы весело. А потом ДК продлевает, ровно по таймингу. Тут вроде еще стак. А я его уже зафармил. Да? Угу. Быстро. Я буду что-то знать. А тут походу центряж стоит.
Непонятно. Не-не, может опции в Белград заходил в единицу. Пойдем спушим? Ну, пойдем. Бери там гусики в бэкпаке, я в тебя телепорт вложу. Давай. И на топ можешь лететь. Центральная башня противника разрушена. Там что-то... О, ничего себе. Прикольно. Ты серьезно? Понятно. У меня это конечное. Что? Это что за криты? А, у нее дезоль. А-а-а. У Фуриона 0.4 и у Виверна 0.4. Понятно, ладно. Тамки 4.03 счет. Окей, я вас понял. А у нас вообще в команде, типа, один фраг. Смотри на счет. Ну, 1.14, да, это нормально. Прикольно, ребята играют. Молодцы, в принципе. Вашу центральную башню. Это будет интересно. Силы света укрепили. Это будет очень интересно. Куда кирасу собрать? А, много. Блин, сильвер еще нужно. Апнуть. А зачем они фидят? Я Сларк лотарию бил. Откуда у него вообще аватар? Где он стоял? Не знаю. Нашу центральную башню. Да мою деть! Чуть не горе! Вообще не пробиваю. Тупо не пробиваю. Блядь, какая наглость. Он тебя убить может и секрет покнем. Финальный разворот? О боже, здесь еще есть Свар. Офигеть. Небось, небось, дави, сейчас ты плотно очень. Я на фраг сделал, получается. Кайф. Ну почему не меня фокусит? Достаньте. Он бежит за мной просто. Алло. Дядя, остановитесь. А, там армлет. Ясно. Ясно, понятно. Убежал. Веселая игра будет, очень веселая. Я полетел фармить пушек. Мирана ульт. Окей. Давай я просто буду на цели стоять, когда бы сейчас. Прошу внимание. Возможно, все будут леса наши стакать. Да, жестко, конечно. Мне не хотят, да, мне давайте скушать. Мне галкет есть, еще тебе просто увезу. На разорвать, побей его чуть-чуть. О. Хорошо. Ну, он нету. Он в атару шел. Пришло видно. У него ульты нет, он не задавит. Колено вкусное. Ладно, пока что фармим. На, как-то наша, да. наш начальный слив, там бэкать. 2.17 уже. Да. Я сейчас еще раз эншентов стакну. Давай. Погнали. Качаем их. Ну, в принципе, не качай их просто, а я... Жиду. Я туда не хочу. А ты не поможешь мне их качать? Давай, в этой игре нам на самом деле драться вообще нельзя. Можно было помочь бы кому-то, но какой смысл, мы просто умрем, там слишком много артефактов у героев. Так, да, мы просто фармим. Мы там просто умрем с тобой дальше. За нами бегают. Да, вижу. Ваша центральная башня разрушена. Так. Ну, опасно.
Я тебя везу на релу, если что. Да? Ну окей, я тогда пошел фармить. Я в коза просто, я вижу, на тебя прыгает фантомка, то я сразу же, ну, типа, увожу, потому что... У тебя армора не так уж много сейчас. Его 6. Его очень мало, мне нужна кираса. Когда она прыгает, у тебя вообще нет армора. Да, кираса, да и хп нужно на самом деле тут. Типа, пуч. Будет жрать. Верхняя башня противника разрушена. Они на Рошане, что ли? Ну, не знаю, не уверен. Да, возможно, фантомка может забирать на самом деле. Он может, конечно. Силы так, отходим. Свои сооружения. Да. Что ты делаешь? Я тебя отвезу. А. На платформе. Фантомка здесь. Фантомка. Ты уходи просто. У меня сильвер, типа мы ее убьем, по идее. Да? Ну я лечу, значит, на развороте. Я ж тарелла тебя отвозил. Погнали? Найдем ее. Где ты? Мегакилл у Паджа. Найс. Прикольно играете, ребята. Твоим гайдом, может, учился. Ой-ой-ой. Я не уверен, что мы ее все равно убьем, даже с сильвером, типа, нужно. Замедлять ее нечем. Останавливать нечем. И тизер, по сути, у нас мост вид достаточно хороший. Плюс 12%. Уже плюс 14%. По-моему, сюда уже выдвигаются, слышишь? Не увезу, да. Давай отойдем. Я наверх полетел, наверное. Мирана ульта. Ульта, да. Качайся, они там в миде файтятся. Я вверх полетел. Нижняя okay. башня противника разрушена. Опа. Реакция. Так, пойду-ка я, наверное, армор куплю тебе. Лучше стоп, если что. Яркая штука! Может, ДК убьем? Да, можно. Где я? Мы его, походу, не убьем. Погнали. А не, убьем, нормально. У нас у тебя МС огромный просто. Под ультой у тебя 57 спида, почти под, как под хостой. Так, Сларк в миде, окей. Я тебе буду давать эффект гонимый. И что ты его будешь раздавать всем? Не ботала, ставь, пожалуйста, баунти. Тут тогда был с баунти. Слышишь, забирали баунти? Дефните, пожалуйста, мы раскачаемся сейчас и к вам придем. Зачем ты за мной ходишь? Вашу центральную башню атакуют. Я на низ полетел. Давай. А, там фантомка, кстати. У меня релокейт просто будет. Если вдруг начнешь хватиться, я просто на релок прилечу, но без хила вообще. Угу. Вы не отдали врагу центральную башню. Она ушла, по-моему. Ну, очень хорошо. Кажется, у нас утечка! Интроверно умерла. Ту-ту-ту-ту-ту. Нам нужно что-то с водами придумать. Придумал. Все, отлично. Варды есть, сейчас будем пробовать. Помочь делать. Надо под Венеру сейчас. Лечу. Что сейчас будет? Просто было. Нормально. Честью. У меня ульт еще есть. Так все, кираса у меня готова. Я тебе поставлю на топ, чтобы ты смог фармить.
Я с Ларка убью. Я буду, наверное, этот НКБшку, да, собирать, наверное. Да, да. Это достаточно плотный под оверчарджем. Стой, подожди, дай я первый пройду. Я вард поставлю, если что, подбайчу. А вон он. Погнали его. Накручивай. Еще и пуч. Пока. Личный демедж. Стрики собираем, нормально. Страта, абу за денег. Да, реально. 1000 поднял с фрагов. Опа, фантомочка. Фантомочка-то всего лишь башню купила за 10 минут. Че за бред? Она за 14 на нее. Блин, я не успел кинуть. Вот обида. Не, ну там туман. Тут не твой косяк. Можно пушить? Да, Т2 спокойно. У тебя штурвала есть? Иди, что можно. Да, да. Давай так вот проверим атак спид твой. Вот это атак спид, так атак спид. Все, я полетел на низ. Бэк. Так, фантомка дисконнектится. Фантомочка устает. Это фантомочка. Я сейчас приду к тебе, ну вот. 25% к прорубающему урону? Чё? Ладно, возьму. Что это за талант вообще такой? Типа, чтобы сквозь мясы... Типа 25%? True Strike? Нет, 25% не True Strike, а плюс damage. Ну блин, ну зачем он его испугал? Убили? О, он меня пинками сходит. Тиммейт. Что думал, что он тебе будет помогать? Пуш, да. Сейчас, слышишь, серый? Ну ладно. Умиран. Фантомка еще. Зачем? Ой, ты дебил. Пописал. Фантом. Да, кстати, 26 минут. Блин, проблемы. Стрела. Конечная для тебя. Не знаю, где у них. У них здесь вижен был. Найс. Нет, у тебя досты были. Ладно. Хорош. Я думал, конечные. Ладушки. Так, соуринг мне уже не все, нужен. Все, кто смотрит, я подумаю, фу, лох, сдох. Так, ну у меня все, МКБшка уже есть. Я прилечу на Пуджаго, там хоста, правда, он закончится не быстро, долго еще будет действовать. И скоро закончится. Да, он убежал. Так, сервер работает. Давай. Пошел ты. Ненавижу этих крипов. Какие же они неприятные. Так у тебя МКБшка уже есть. Да. Старый алхимик получается. Сларк Лотар нажал. Накрути инвиз, накрути и стан на колбу. Что такое? МКБшку увидела. Испугалась. Да, наверное. Воу. Эрл. Воу. Кстати, пойдем Рошан. Рошана, да, было. Но нам нужно мид отпушить. Нам вообще много крипов. Давай сейчас сюда. Рошанчик было бы отлично. Раз Аегиса ей не хватает. С Аегисом будет намного проще играть. Угу. Можно будет себя нагло вести. Верно, просто за нами следом ходит. Чтобы еще раз ульту в одного бы бахнуть.
Такой приятный звук, когда ты батлфилд разрубаешь. Прям кайф. Приятно так спит. Да вообще просто, как же он рассыпается, боже мой. Тебе 25 нужно апнуть, чтобы взять минус базовую атаку. Минус 0,2 от задержки, это очень... Все, я предлагаю нам идти и драться. У нас есть центри? Есть центри? Пойдем. Нет? Листы есть. Листы. Давай, я куплю. Давай. Купил все, что надо. Фарш. Не успели. Так, ты походу кого, да? Ага, да, без солдата. Ты походу тоже все. Да, у меня ульт не успеет открыть. Здесь вообще там я, там никого нету. Вообще. Нету. Там ДК досты, но у него не КД, скорее всего. А я умру. Давно не смогу выжить. Там просто 5 керри героев, грубо говоря. У нас как бы мы с тобой. Постою вас пока на фуре пофармлю крипов. Так, блин, что мне такого взять, а? На Абиссал, наверное, взять. Или бабочку. Бабочка из бабочки тебя не будут пробивать вообще. Бабочку, наверное, возьми. Наверное, да. Миссы это хорошо. Учитывая, что там с руки бьют. Кстати, мид, скорее всего, продаем. Не бэбэкайся. Не надо. Почему? Можно бэбэкнуться и разбить им лица. Если хочешь, бэбэкнись. Я ресаюсь. Есть вижен? Да-да-да, даем. Да идешь ты... О боже, они сейчас всех повырубают. Да. Не, верно хиляет. Потуши их пока. А ну иди а сюда. Пуш. Она форснула себя, чтобы ну, тебя... Ну, нормально. Ну, пуш нам не спушит, очевидно. Сейчас гоним. Не, так-то, в принципе, получилось неплохо. Мид задефали. Мид стоит, и это хорошо. Да, с бабочкой, конечно, будет намного проще. Единственная моя проблема то, что мне нечем замедлять героев. А я, скорее всего, БФ продам и Абиссал возьму потом. Да? Да, не, потом БФ зачем нужен? Не зачем. Тебе еще муншардик можно купить. Такой алхимик, он впитывает в себя просто слоты, которые дороже стоят. Ну да. Поэтому можно собираться и собираться. Можно себе вообще нулифер купить. Кстати, еще хорошая вариант. Штука. Там, представь, можно. Если ты замедляешь героя на 0,4 секунды, а у тебя атак спит примерно 0,2, то есть герой на месте просто стоит, пока действует нулифер, если ему нечем сбить. Но тебе нужно как-то подойти просто к герою. Ну, где алтар есть, по сути. Ну да. Ну и нулифер много дэмэдж дает. Больше, чем Abyssal гораздо. Слишком много ферри у них, прям слишком. Сларк, по сути, пустой, у него артефактов нету. Да, там суммарно просто. Ты один дерешься. Ну да. Если ни я, ни Винтерверна не наносим урона, Фуриона просто нет. Ну, Бангалер. Половинка мозга. Здесь еще подсейвишь меня? Да. Там на вас, кстати, по-моему, выдвигаются. Я убегаю. Это иллюзия, Пуджа. А, это иллюзия, окей. Я сентри поставлю под тебя. Я просто не знаю, я сразу возить, наверное, не буду, потому что ты плотный, мне кажется. Тебя не шотнет никто. По идее, не должны, 20, у меня еще мисы есть. Армора. 20. Так, фантомка, вот она. Аккуратнее. Ай-я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 й. Успел? Уж. Даже это жестко успел. Calculated.
Но это было жестко. Пока. Я пошел драться. Проверну. Хорошо. Я же закашлял, господи. Бабочка нужна поскорее. Кстати, у фотонки мисы, по-моему, вообще не работали по тебе. Она и забашила тебя, и кританула. Че за рофл? Да. 20% может от бабочки будет. Сколько там от бабочки? 30, по-моему? 35 даже? Нет. 35. Так, непонятно, где вообще все. На карте вообще никого не видно. Я не могу Наршан забрать, он уже, по идее, резнулся. Хз. Все возможно. Вот качаешь леса, наверное. Потому что... Бабочка прям мастхэв. Скоро будет. Давай, давай. Посмотри, еще 3 спота. Я сейчас ЧМС еще дам. Нам бы не отдать этого Рошана. Такой важный. Я сомневаюсь, что мы можем бы не отдать, тем более без твоей бабочки. Можем пойти сейчас сами, там потом. Заряди колбу. Давай. Потом. Там обесло будет. А тебе убью. Очень... Ну, у тебя очень мало... Чем ты ее убил? Нормально закрыл, молодец. Я тебя заберу. Красавчик. Я хотел бабочку купить, но ладно. У меня ТП есть, в принципе, я полечу. Давай. Так, фантомка в таверне. Слушай, а Рошан есть? Стоит? Да, да, должен быть. Он по таймингу точно должен быть. У тебя как раз... У тебя слота нету. ДБФ, а, наверное, ДБФ... кидать придется. А, блин, его нету еще. Черт. Хреново. Очень хреново. Пока забирали его. Ладно, пока в таверне, надо пойти только два забрать. Погнали. Мне кажется, у тебя такой так спит, что ты их ХГ сможешь забрать. А попробуем. Жесть. Что это за атака? Сейчас посмотрим, когда. Смотри, пойдем сломаем ХГ. Пойдем. Я смотрю, прям так поставлю, чтобы Сларк на меня не выходил. Я его смогу так посадить. А вот так еще больше же. Офигеть. Это просто жесть. Давай отойдем. Мне Сларк хочет. Можно на развороте подраться. Го. Ну, погнали. Эру. Ага. Ну я еще буду возить. Это, если я не буду дезелиться, сейчас буду оставлю на... Пойдем подеремся. Да что он делает? Она... Так, фантомка прыгнула. С плэшем, как же хорошо панголер так скатился. А у меня ульты нету. Нормально я живу. Ой-ой-ой, не все отменять. Я пошел ломать. Давай. А мы можем в трон, слушай, мы же в трон можем. Погнали. Найс, как мы там играли? 37-15 или как? По счету было. Так же он умирает. Ой, ну блин, жопа со своими стрелами. Он тебя вообще не пробивает. Ну да. Смотри, такое. У нее типа вот фантомка уже может. Центральная башня. Давай замедление. Так, досты. Я теряю, как могу. С магией убила. Да я все, я уже не могу. У меня через 20 секунд байбэк будет. Я байбэк нас и... Поломаю, прилечу сейчас. Давай. Этот варды раскидай по приколу. А, нет, подожди. Что я делаю? 7 секунд. Смотри, как они тыкают. По сравнению с атакой алхимика, это вообще бога. При том, что... Да. Ты бы сломал бы... Ну давай, последние тычки. Да, последняя твоя. Финальная тычка.